Вас поздравляет депутат Московской областной думы Олег Петрович Гаджиев. Дорогие, уважаемые и всеми любимые работники культуры, позвольте поздравить вас от себя лично, от всех моих коллег с Московской областной думы с вашим профессиональным праздником. В первую очередь хочется сказать вам большое спасибо и низкий поклон за ваш труд, за вашу работу, за ваш вклад в культурный вклад развития нашего округа. И, конечно, самое главное, хочется пожелать вам крепкого здоровья, чтобы ваше творчество никогда не покидало, чтобы ваше вдохновение всегда присутствовало. Еще раз вас поздравляю с профессиональным праздником. За вклад в развитие культуры Сергиево-Посадского городского округа и в связи с празднованием Дня работника культуры благодарственным письмом Московской областной думы награждаются Малинина Наталья Владимировна, руководитель кружка муниципального бюджетного учреждения культуры Центр Елизаветы Мамонтовой. Армейстер первой категории муниципального бюджетного учреждения культуры Дворец культуры имени Юрия Алексеевича Гагарина. Харченко Иван Иванович, заслуженный художник России, член Сергиево-Посадского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников». Артемьева Лидия Борисовна, преподаватель высшей коррекционной категории по классу вокала муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская школа искусств номер 3, город Сергиев-Посад. Большое спасибо, Олег Петрович.